Сегодня мы с вами украсим чайный домик с помощью Candy Clay. Открываем набор, в который входит формочка, стейки, формочка для вафель, пакетики с разноцветной глиной, крем, глазурь, насадка на крем, чайный домик, который мы соберем прежде всего. Глину для пряничного цвета я смешиваю розовую, желтую и немного коричневой. По небольшому кусочку желтой и розовой глины нужно оставить для украшения домика. Раскатываю глину в тонкий пласт и обтягиваю домик. Ножницами вырезаю окошки и двери. Пальчиком поддавливаю, чтобы было аккуратно. И так весь домик покрываю глиной со всех сторон. Для текстурности можно обработать поверхность щеточкой. С помощью формочки делаю много шоколадных печенек для крыши и разноцветных печенек для украшения домика. Аккуратно покрываю крышу печеньками. Друг за другом ровненько делаю белую окантовку окошка. Украшаю конфетами весь домик. Делаю леденцы из двух кружочков белого и розового цвета. Разрезаю их на равные доли, затем соединяю получившиеся треугольнички поочередно в круглый леденец. Делаю таких леденцов 10 штук. По 3 леденца закрепляю над окошком с помощью глины. И по бокам домика. Из белой глины на крыше делаю белую поливку и украшаю ее конфетами. Поливаю глазурью, можно посыпать посыпками. Делаю сладкую трубу и водружаю леденец. С помощью крема украшаю домик по контуру. И обязательно ставлю на небольшую крышечку или на стакан, чтобы крем ни к чему не прилип. И сушу таким образом несколько часов, желательно оставить на ночь. Крем можно украсить, пока он не высох, разными вкусняшками, печеньками, конфетами. Когда все просохнет, можно домиком пользоваться. Я надеюсь, ваш домик получится тоже очень-очень красивым и доставит вам много радости и удовольствия.